Не знаю, будет видно или нет, теперь нам мозги парит вот этот вот херня. Иди, Бим, блин, отстань. Вон, не включает лебедку сцепления, то есть этот привод, который на коробке стоит, он включает у нас механически от кардана лебедку. Теперь пнемо вот этот клапан мозги парит. Фокус в том, что он на 12 вольт, а у нас весь бычок на 12. А камазовские все, то есть просто так нам его в магазине не купить. Опять загвоздка, опять заказывать, опять это. Сейчас пойдем посмотрим, но опять геморрой. Трубки воздушные уже две заказал, геморрой. Эту заказывал, геморрой. Ту переделал на шланги, геморрой. Теперь короткую эту. И это двойная, блядь. Одна такая, другая такая. Но ее только вытащить и снова переделать. Им отдать, чтобы они разгольцевали ее, да и все. Трубку-то такую найдем. Не, нет. Да, да. Но только что увидишь, у него один конец такой, блин, другой такой, блин. Вот в этом вся загвоздка, что они. Одна начинается с внутренней, блядь, резьбы, а заканчивается внешней резьбой. Это на контроле идет. Да нету их, Серег. Камазовский больше, блядь. Ну, газоновский меньше, нахуй. Хер поймешь. Ладно. Да, воздушный. В общем, плохо видно. Вот. Купили такое на включение. Этот, сейчас попробуем, будет он работать, не будет. То есть не этот. Не в курсе, ребята. В общем, по воздуху паримся. Еще и этот. Из-за того, что лебедка здесь стоит механическая, карданная, от 130-го, видать. И включается коробка, и от коробки уже кардан крутит лебедку. А это сделано сцепление. Да тут, блин, и... Варить еще ездили этот на контуры. Вот трубка выходит, вся пошла лопнутая, тоже пропускал. Вот, съездили, заварили. Ну, сейчас он дособирает еще. Будем заводить, пробовать воздух. Так, что он, массу? Мигалки. А? Горят две. Та включается там, да? На платформе? Ага. Вырубай. А эту? Люстры, люстры. Стробоскопы давай сперва. Ага. Есть. О, и там вся полностью. Ну все, теперь ночной вызов. Не работает одна. Сергей Викторович все сделал, работает на. Так. Ну, лицо нашего канала он уже показывает вон. Так, в общем, пока, пока. На этом все. Снимать барабан. Так. Он скинул барабан. И говорит, что там жопа. Колонок нет. Эти приварены. Яйца. Ну вот они разведенные полностью. Кулак разводной. Переделан на воздух. И колодки вот такие вот. Не пойму, от чего. Ну понятно. От чего колодки?
Сейчас поеду. Буду смотреть Зиловский. И он еще говорит, что барабану хана. Не помню, как оно висело. Вот так. Сейчас посмотрю. Барабан. Барабан. Большая выработка на барабане. Так, ладно, сейчас пойду.